Сегодня мы открываем эту замечательную площадку. По просьбе жителей она была сделана. Дело в том, что в близлежащих домах живут в основном сотрудники порта. Получается, что детям портовиков негде было гулять. И мы пошли навстречу и для детского дома Крыгина организовали вот эту замечательную площадку, которая стала тут, по-моему, центром сегодня всех событий на Игершельде. 30 числа мы пригласим еще профессиональных художников, устроим детский праздник здесь. И вот эти вот парапеты бетонные будут разукрашены какими-то красивыми рисунками. Мы будем помогать и дальше. В ближайшее время мы начнем строительство другой детской площадки, также недалеко от домов, где проживают сотрудники порта. И будем всячески поддерживать дом имени Крыгина.